Подвялі вынікі і вызначылі планы. Сёння ў Гомелі прайшло пашыранае пасяджэнне абласнога савета рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Белая Русь». На парадку дня абмеркаванне зробленага ў мінулым годзе і пастаноўка новых мэтаў на 2020-е. З падрабязнасцямі Яўгенія Кухаронак. Гомельская абласная арганізацыя «Белая Русь» аб'ядноўвае звыш 26 тысяч чалавек. За мінулы год агульнымі намаганнямі ўдалося правесці і рэалізаваць 1140 мерапрыемстваў і праектаў. А гэта 95 штомесяц. Тут і работа з актывам арганізацыі, для якога праводзіліся адукацыйныя семінары, і правядзенне грамадскіх прыёмных. За год на іх паступіла каля 500 зваротаў. І, канешне, актыўны ўдзел у кампаніі па выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу. У ліку абраных прадстаўнікоў Гомельскай вобласці 8 членаў «Белай Русі». Чарговая і самая важная электаральная кампанія краіны пройдзе ўжо сёлета. Дакладная дата выбараў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь пакуль невядомая, аднак гатоўнасць на вышэйшым узроўні. Когда они пройдут на сегодняшний день, еще неизвестно. Даже если они будут объявлены в ближайшие дни, даже если такое произойдет, то наша организация будет готова принять участие в пикетах, в сборе подписей, в агитационных мероприятиях, потому что выборы – это очень существенная часть нашей работы, и большой опыт в части проведения агитационных кампаний у нас тоже имеется. Славится Гомельская областная организация так само и своими традиционными акциями и конкурсами. «Белая Русь детям», «За здоровое поколение», «У Новый год с Белой Русью», областные творчие споборництвы «Спадчина» и «Золотое перо Белой Руси». Есть и шерог прикладов региональных проектов, створенных у вынику пленного супрацовництва с іншими организациями, объединениями, предприемствами и компаниями. Гомельские городские оркестры на протяжении последних нескольких лет очень плотно, тесно и плодотворно сотрудничают с общественной организацией «Беларусь». У нас есть прекрасный совместный проект, который называется «Ритмы планеты». Мы говорим не только о культуре Беларуси, о нашей музыкальной прекрасной составляющей, но и показываем культуры различных стран и говорим о том, что только все вместе мы можем добиться прекрасных результатов во всем, абсолютно во всех сферах жизни. У 2020 годе реализация проекта протягнется. План работы организации узгоднили подчас посяджения совета. От новых идей тут так само не отмовляются. Яны обовязково будут. Пропановы принимаются в любой час и, как показывает практика, хутка реализуется. Евгения Кухаронак, Валерий Гапанько, телерадио, компания «Гомель».